Всем ду-ду-ду, добро пожаловать на канал Фоблинкс. Как вы знаете, недавно я сделал пластическую операцию в Южной Корее. Если вы уже подзабыли или вовсе не знаете мою историю, то на канале есть два ролика. Первый ролик о моем прилете, консультациях и самой операции. И второй ролик — видео после операции и восстановления, и также в нем я показываю фото до-после. Поэтому если вы подзабыли или вовсе не знаете мою историю, то эти ролики на канале ждут вас. А сегодня третья часть, в которой я буду отвечать на ваши вопросы. Как тебя, русского, приняли там с такой просьбой? В Корее понимают английский, тем более в клиниках. Но тем не менее, я обратился в компанию DocFinder Korea, которые оказывали мне услуги полностью на русском языке. Они меня встретили в аэропорту, заселили в отель, ходили со мной по Сеулу, в клинику, на приемы, на саму операцию. Поэтому эти 14 дней в Корее я использовал русский язык. В клинике Банобаги они бы также могли все переводить, но даже там есть русскоговорящий сотрудник, который сопровождал меня на все приемы. А уже в то время, когда я ходил один по Сеулу, я использовал английский язык. А во время операции вы были в сознании? Чувствовали ли вы боль после операции? Просто я тоже хочу сделать. Во время операции я спал. Сперва мне сделали операцию на веки, коррекцию птоза. Ее делали под седативной анестезией. То есть мой организм находился в состоянии глубокого сна. После я проснулся, сходил в уборную, и мне сделали общую анестезию, чтобы сделать ринопластику. Где-то слышал, что в Корее очень хороший наркоз. Я проснулся и до сих пор помню, что в тот момент я в течение пары минут пришел в осознанное состояние. После пробуждения не было боли, я просто проснулся, отлежал сейчас и пошел в отель. Сколько стоит билет в Корею? Я взял билет примерно за 2 недели, и насколько помню, он стоил около 850 долларов. Миллиардер, меня спрашивают. Я думаю, я каждому желаю быть в достатке, и поэтому думаю, я на пути к этому, но не обязательно быть миллиардером, чтобы поехать по медтуризму в Корею. К тому же, учитывая, сколько услуг предоставляет DocFinder Корея, встречают в огроменном аэропорту Инчон, бронируют даты операции, находят вам клинику, сопровождают, предоставляют трансфер, находят отель рядом с вашей клиникой, сопровождают вас на все приемы, на саму операцию, покупают вам лекарства и устраивают тур по Сеулу. И все эти услуги предоставляются абсолютно бесплатно. Вам нужно подготовить только билет и деньги на свои карманные расходы. В итоге вы ни о чем не волнуетесь, просто прилетаете, расслабляетесь и готовитесь к операции. Сколько стоит операция и как по документации? За ценами я рекомендую вам обратиться к DocFinder Korea, так как план операции рекомендуется очень индивидуально, в зависимости от вашего лица и от вашего запроса. Консультация абсолютно бесплатная, и вы получите рекомендации по ценам и много информации по самой операции. Сколько стоит круговая подтяжка лица, узнайте, пожалуйста. За вас я узнать не смогу, потому что, как я ответил до этого, цены очень индивидуальны. Рекомендации и цены вам назначат после консультации, которую DocFinder Korea предоставляет бесплатно. Ссылки для связи с DocFinder Korea оставлю в описании. Объясните, пожалуйста, а на что он делал и причину? Мои мышцы век были слабыми, и они прикрывали часть зрачка. Это является птозом. Поэтому мне сделали коррекцию птоза. Ринопластику с удалением горбинки и подняли кончик носа, а также вкололи 1 мл филлеров в губы. Для чего я сделал? Хотел более аккуратный нос, и чтобы мое веко не перекрывало зрачок, что делало глаза уставшими. Операции проходили в клинике Банобаги. Это один из ведущих центров пластической хирургии в Южной Корее. Операцию мне проводила доктор Па Конджу. Что здорово, клиника находится в районе Ганнам. Это один из самых богатых районов в Сеуле. Отель находится там же, поэтому было приятно каждый день видеть богатых и красивых корейцев. Кстати, название трека Псая Gangnam Style именно отсюда. А антибиотик пришлось пить? Как результат, понравился? DocFinder Korea сразу же встретили меня после операции, проводили до отеля и вручили мне все нужные лекарства. Я пил их утром и вечером на протяжении недели и обрабатывал места швов. А это больно? Думаю, у всех по-разному. У меня боли не было. Ни во время операции, ни после. А визу как вы делали в Корею? Эта клиника вышлет приглашение. Правила въезда в Южную Корею для каждой страны разные. Например, мне нужна была виза, которая готовится больше месяца, или электронное разрешение на въезд, которое получил и я онлайн. В ее заполнении мне помогли DocFinder Korea. Подытоживая, хочу выразить благодарность клинике Банобаги и доктору Па Конджу,
которая меня консультировала и проводила операции. Благодарен DocFinder Korea, которые были со мной на всех этапах моего медтуризма в Южной Корее. Встречали каждый день меня в лобби отеля, провожали, поддерживали. Было чувство, будто бы мы старые приятели, и с их поддержкой у меня не было страха либо тревоги. Также и про клинику Банабаги. Интерьер клиники, уверенные сотрудники, порядок, дисциплина, которая процветает внутри, врачи с большим опытом длиной в несколько десятков лет. Все эти факторы дали мне уверенность в своем решении и успешному восстановлению. Ссылки для консультации с DocFinder Korea оставлю в описании. Спасибо за просмотр, всем пока!